Народ, всем привет! С вами снова канал Училка Физкультуры. И сегодня у нас очередной выпуск про арабскую еду. Сегодня мы посетим ресторан Хосам, который нам рекомендовали наши подписчики. Спасибо, Лена, спасибо, Ира. Вот, расскажем, что там можно купить, покажем цены и снимем что-нибудь новенькое. Новенький мукбанг именно с арабской едой. Ставим лайки, дизлайки обосновываем, комментируем, подписываемся. Все, поехали кушать. Идем мы по Эляйну, смотрим кроватки, смотрим магазинчики. Уже скоро должна быть кафешечка. А вот она и есть, кафетерия Хосам. Вот, сейчас пойдем. Все, сейчас заходим, пошли, будем кушать здесь. Hello. Да. Да, вот начинается ресторанчик. В общем, наверное, сядем, нам сейчас меню принесут. Салям, салям. Соки здесь, пепси-колка. Вот какие у нас есть здесь блюда. No, we want to eat here. Ну, идем туда. Вот мы нашли столик здесь между посетителями, будем сидеть здесь. Принесли нам уже менюшечку. Соки, смотрим, цены. Это, наверное, большой 10 дирхам, маленький 6. Дальше идут другие цены, 12,5. Пепси-кола, молоко, чай. Дальше яйца вареные. Ну, такое пока не очень интересное. Вот мясо. Это 6 дирхам всего. Странно, чиз, желтый чиз. Этот непонятный пока цены. Давайте уже что-нибудь такое вот уже конкретное. Ага, вот бутербродики. Фалафель, дальше фуль, ой, этот фуль, про фуль нам говорили, фуль надо будет заказать, про фуль, хумус с мясом надо будет взять, говорили, вкуснейший, дальше мотобаль, не знаем, что такое, бутербродики, ага, вот здесь вся еда показана, ой, как вкусно, ну, когда принесут, не-не-не, мы вам покажем четко, когда принесут еду, и что мы закажем сегодня. Ага, блюда, dishes. Это уже начинаются блюда. Салаты. Кстати, очень она популярна на вынос. Слышите, пикают. Если вы слышите, что пикают, то это просто люди сигналят, что вышли и взяли заказ. Масаба, хумус. Ой, хумуса только видов сколько. Вообще класс. Нам с мясом рекомендовали. Еще дальше. Фули всякие. Надо этот фуль взять, попробовать, что оно такое. Так, ну и все. Все, сейчас будем думать и все вам покажем, все расскажем. Сделали мы уже заказик. Все покажем, все расскажем. Наташа пошла руки мыть. Я уже масочку сняла. Готовлюсь к вкусному перекусу. Женщин, кстати, здесь нету. Только мужчины приходят, кто кушает, кто заказывает. Ну, то есть мы такой ажиотаж, видно, вызвали. Спрашивали официанта, где здесь туалет. Спросили, где туалет. Он говорит, туны нет, тунца нет, а где купить, не знаю, может там через дорогу есть. Мы такие, да не, нам руки помыть. Посмеялись, короче, вот. Ждем наш заказик сейчас. Вот нам уже и принесли все. Попытаюсь сейчас показать, тут свет не очень хороший. Вот фалафель. Вот у нас здесь фуль. Это фетта или фата с мясом, это хумус с мясом. Все у нас сегодня с мясом. Донесли нам соки, наши фреши апельсиновые, тарелочки. Итак, значит, рассказываю, хумус, это сделано из нутового пюре, и сверху мяско выложено. Фалафель, это бобовые, да, они здесь сделаны из бобовых. И, да, и напоминают, вообще напоминают вкус орехов. Действительно, я когда его ела, сейчас вам покажу, действительно похоже на вкус орехов. Вон Наташа уже кушает. Ну, протестирую, вкусно. Покажи начиночку. Да. А он такой зеленоватый, знаете, как вот вы покупаете мороженое, кешью. И оно таки, да, похоже на кешью. Очень вкусный. Сейчас тоже буду пробовать, только вот расскажу про другие еще. У нас еще есть фетта и фуль. Фуль – это арабское национальное блюдо. Вареные на медленном огне бобы с добавлением многих приправ.
это сейчас будем пробовать вам рассказывать. А, кстати, фалафель вообще стоит здесь на 1 дирхам 2 штучки. Это вообще что-то фантастика какая-то, да. Вообще класс. А вот и фетти, такое мясное блюдо с добавлением, я даже не скажу чего. Здесь и нут, по-моему, есть, и... Да, давай, вот, будем. Кстати, ложечки пластмассовые, он коронавирус, поэтому в комментариях можете писать, но мы сами видим, что они пластмассовые, то есть чморить нас не надо. Хоть у нас все-то здесь все хумусное. В общем, разберемся, обязательно вам сейчас расскажем. Так что сейчас тоже сажусь кушать. И, как обычно, хлебчик принесли, оливочки, огурцы и морковку. Телефон наводись. И снова хлебчик и тарелочки нам. Ну и сок мы заказали, конечно, сок. Это хорошо. Витамин С. Да, фреш. Сюда вот более-менее поставила здесь, чтобы вам показать, как кушаем. Это вот сейчас попробуем. Фуль, да. Такая вкусная, теплая фасолька. Чесночком? Да, с чесночком. Но это не только фасоль. Тут нутовые еще. Да, нутовые, бобовые. Ням-ням-ням-ням. Но они его берут хлебушком, так заворачивают хлебушек и в это, и в рот, лепешечка. Кстати, может попробовать? Еще остренькая, остренькая. Угу. Сейчас сок. Очень мало места просто, чтобы вместить камеру. Никого смущать мы не хотим. Сейчас попробуем. Фетти. Угу. Попробуем. Даже не знаю, тут и мяско. Что-то такое нутовое, и сухарики, мне кажется, даже вот находятся. И как хумус вроде, и остренько. Ой, какая вкуснота. Угу. Да ты что, такая вкуснотища? Я радуюсь, что мясо. Очень вкусное. Вот и нут, и бобы. Вкусно. По ценам не помним, цены внизу напишем, сколько там оно стоит. Интересно. Нам принесли чек. Кто-то может объяснить, что нам принесли? Я снимала чек. Если долго посидеть, то я, конечно, разберусь. А, нет, арабских цифрах. Есть там сумма? Цифры что, арабские, тоже 15. Знаешь. Саша знает арабские цифры. Поставила тарелку себе. Еще нам не надо. Чего? Чтоб не падало. Вот поставь обратно. Чего? Вот, сейчас показываю другое блюдо. Вот. Хумус с мясом. Это вкуснятина. Мне вот это нравится. Вкусный хром прохладный, мясо теплое. Yeah. Такая комбинация вообще класс. Жару хорошо. Очень классно. И хумус хороший, свежий. И не такой, как пластилин, что нельзя проглотить. Классно. Фалафель, котлеточка. Попробую, скажи мне. Вот подожди, попробуй. Ты что, фалафель уже пробовал много раз? Она цельная котлеточка. А часто есть такие круглые из дырочки, как донат. Знаешь, я хумус дожую. Фалафель. Скажи. Просто вкусный, да. Я просто не очень люблю фалафель. Мы пробовали в разных местах. Такая в одном месте был действительно хорош, но потом испортился, наверное, повар и начал готовить плохо. А это действительно вот такой... Во-первых, точно, что свежий, приготовлен, сейчас не подогретый. С пылу жару, реально. С пылу жару, и он такой немного жирненький, да? Вкусный. Очень специи, хорошо, не острый. Два фаляфеля, ты наелся, реально. Да, два фаляфеля. В общем, будете в Эмиратах или в какой-то арабской стране, фаляфель обязательно попробуйте. Ну, наверное, берите сначала штучки две. То есть, все мы спросили за порцию, но 1 дирхам за два этого фаляфеля вообще. Да, и если вам говорят, что фаляфель это фу, не дай вот такое фу, никогда не верьте. Значит, эти люди либо не любят, либо пробовали нечто плохое. Да, просто, наверное, им дали невкусное. Просто... Формируйте свое мнение по именно по своему опыту, а не кто-то сказал. Да, правильно. Даже Наташа еще, то я одна. Не, Наташа тут это нагребает. Я забыла опять. Реально вкусное.
Кажется, ну вот два фаляфеля, фуль и все, ты наелся. Во-первых, это же протеин, правильно? Уже и мясо не надо. Вот, смотри, там одни парни. То есть женщины, мы только здесь одни. Я уже слышала. А, вот мы такой ажиотаж вызвали вообще. Обычно в такие заведения ходят только мужчины. Ну, мы всегда ходим. Мы никого не... Может, и смущаем, но нам все равно. Да, мы не смущаем. Вот раз в Дубае мы зашли. Буквально даю вам лайфхак возле Золотого кольца, в Золотом рынке. Большого Золотого. Мы перешли дорогу. Нашли заведение, где покушать за доллар буквально. И там стояли люди из Греции, мы с ними познакомились, они боялись заходить, потому что были только одни местные мужики сидели. Ну, не местные, как бы сказать, арабы в платьишках. Мне говорят, туда можно зайти покушать? Мы говорим, конечно, там очень вкусно. Так что вот такой у нас сегодня мукбанг выдался. Ну, кстати, еще не поели мы оливочки, огурчики, морковочку. Это что у нас такое обычно? Картошечка или, либо картошка, или репа? Либо репа, или туда. Тоже дается бесплатно, и хлебушек я вам уже все показала, озвучила. Вот. Снова показываю вам. Фетти-фетта. Фетти-фетта — это просто вот, всегда стараетесь брать порцию на двоих. Вы и попробуйте, и закажете намного больше блюд, чтобы вы попробовали арабскую кухню. Намного больше. Давайте вам поближе вот уже покажу. Хумусик с мяском. Ну, вот это классно. Он так сделан. Хумус холодный, мяско теплое. Это просто что-то. Так, уже перемешанный фуль, мы уже почти весь его доели. Вкусная штучка. И котлетка фаляфель, она осталась одна. Презентую, но вы уже ее видели. Цену озвучим внизу. В общем, приятного аппетита. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ну что, вот мы и поели, вот мы и наелись. И на самом деле мы порции, больше чем полпорции, попросили запаковать с собой. Сейчас пьем чаек за 1 дирхам, обычный черный чай. Смотрите, здесь еще все блюда изображены. Вот номер 2, мы ели хумус с мясом, очень вкусно. Цены за все озвучены в субтитрах. Тут есть арабские цифры, я их понимаю, но я не понимаю, что за что. Это вот, допустим, 8, смешная такая, да, 8. 7 вот так вот будет, прикольно просто язык. Вот, арабские цифры знаю, но так прочесть еще пока, что написали, не могу. Вот такой мукбанг сегодня был, мы поели, мы вам показали еду, и мы вам желаем приехать и попробовать самим эту вкусную еду. Наташе какое-то блюдо безумно понравилось, хочет вот выяснить у мальчика. 26, да, Наташа? Да. 26. Ну, на мясо, скорее всего, похоже на какое-то, на рагу или издалека на креветки. Нет, он говорит, это курочка, чикен. Это курочка, чикен. Да. Ну, сейчас интересно посмотреть, что это такое. Ну, вот. Просто курочка. Видите, какие здесь блюда вкусные, и они, скажем так, картинки соответствуют действительности. Апельсинчики. А вот то вот яйца с томатами номер 24. Да, уже узнаем фалафель, курочка и картошка. Здесь готовят. А вот еще есть, что у нас здесь такое интересное. Люди в комментах пишите, если вы знаете. Что я растерялась. Ну вот это шаурма точно. А вот это что? Такой мальчик приятный подошел, извинился, что он английский не знает, что мы путаемся. Мусахаба? Нет. Мусака? Мусках. Мусках. It's not meat. Meat? Meat. No meat. Not meat. It's okay. Vegetable. Худраватун? Я знаю, как будет. Худраватун, да. Это овощи по-арабски. Фильфель? Это перец, томаты. Фильфель, it's maybe это... Микс. Understand. Короче, перец с томатом. Это не перец, фильфель? Ну, фуль-фуль – это перец вообще на арабском. Ага, понятно. О, шукран. Да, вот так мы поговорили. Да, поговорили. Все, учим арабский, короче. Все, ставьте лайк, подписывайтесь, а мы наслаждаемся чаем.